Школа Bartenders Factory представляет. Hola, amigo! Это Bartenders Factory и Agave Education Video. И сегодня мы вам расскажем про мифы о текиле и мескале. Миф номер один. Агава – это не кактус. Миф номер два. Мескаль не содержит мескалин. Миф номер три. Мескаль – это не задымленная текила. Миф номер четыре. И там не должно быть червяка. Миф номер пять. Вся текила очень-очень разная. Миф номер шесть. Текилу можно пить не только солью и лаймом, а, например, сангритой или кузнечиками. Миф номер семь. На текиле можно делать не только маргариту, а много разных других коктейлей. Больше о мифах о текиле и мескале ищите в Телеграме и Фейсбуке.